наглей, вот так же, наглей. И кто серединку врежьте туда, вводите защитников, ребят. Бойцы, только наглее, наглее лезть там туда, наглее. Только пошел сброс. Защитник, идите раньше, быстрее, агрессивнее. И центральный уже страхуйте. Защитник, здесь уже можно обратно. Вы должны вот этот вот сброс, и что с этой стороны? Читайте. Ну что, бойцы, давай, второй период. Давай. Рикошет и шайба оказывается в воротах. Второй гол в большинстве у хабаровчан. 2-2. Давай, ребяточки, давай. Хорошие моменты, когда мы сохраняем... Когда у нас третий игрок здесь, они его теряют. Ребята, они наелись. Видишь, там защитнички очень прилично наелись, уже не успевают на вас. Здесь улиточки с ногами. Хороший защитничек. Если нет прямой атаки. Давай, ребятки, 20 минут. Давай. Движение, хорошие моменты создавали, хорошая игра. Ребятки, ну концентрация должна на все моменты быть, на все моменты. Устанавливаемся и все впереди еще, бойцы. Так, такое желание, немножко потянуть реализацию, моментики, ребятки, там не забили. Закон хоккея сыграл, да, Игорь? К сожалению, такое бывает, но шажочек за шажочком, да, ребятки. И давай, давай, бойцы, давай, ничего страшного. Было нелегко. И, в принципе, неплохо играли, там, в конце пропустили, и будем смотреть видео, делать выводы. В целом, неплохой матч. Надеюсь, также продолжать забивать голы, но главное, хочется выиграть, естественно.